номер 20 собралось полсотни участников. Это ребята от 10 до 14 лет, приехавшие в Сочи из разных городов. Фехтование – самый молодой вид спорта в Сочи. Суть этого элегантного военного искусства в использовании приема владения холодным оружием как в рукопашном бою, так и в нанесении отражений им ударов. Юные фехтовальщики выступили в различных стилях, используя рапиры и шпаги. Для демонстрации своего мастерства приехали участники из Армавира, Краснодара и Севастополя. Также в первенстве принимают участие воспитанники сочинской спортшколы номер 9. Данный вид спорта привлек внимание тренеров из других регионов России, которые на сегодняшний момент приехали сюда и хотят работать в городе, в регионе, тренировать детей. Для этого есть в городе все предпосылки. Федерация фехтования Краснодарского края активно сотрудничает с казачеством. Планируется включить фехтование в спортивную программу кадетских корпусов и будущих казаков. В Сочи сегодня фехтованием занимается 117 человек. У маленьких фехтовальщиков вполне взрослые планы – непременно стать чемпионами. Мы на фехтование ходим почти год. Я выбрала этот вид спорта, чтобы дальше быть чемпионом. Я выбрала это соревнование, потому что оно мне понравилось. И я планирую стать олимпийским чемпионом. До громких званий пока еще далеко, однако накал страстей не меньше, чем на крупных турнирах. Поэтому судьи для юных победителей и призеров приготовили медали и грамоты. Галина Моисеева, Кира Тимошенко, Борис Осин, телекомпания ФКТ.